Итальянцы славятся мастерством готовить пиццу с тонкой корочкой, ароматным томатным соусом и разнообразными начинками. Но недавно у них появился необычный конкурент – торговый автомат, готовящий пиццу за 3 минуты. Его установили в центре Рима. В автомате можно купить 4 вида пиццы по цене от 4,5 до 6 евро. Владельцы устройства утверждают, что все ингредиенты высококачественные. При этом можно наблюдать за процессом приготовления. Новшество вызвало у итальянцев неоднозначную реакцию, но покупатели есть. Она намного меньше, чем делают в ресторанах. И начинки здесь меньше. Туристка из Неаполя, где в 18 веке впервые приготовили пиццу современного вида, тоже решила оценить качество блюда из автомата. Нормально, но это не пицца, это лепешка пьядина. Некоторые прохожие останавливаются и с интересом разглядывают автомат. Возможно, это будет полезно, когда надо срочно перекусить, но я не могу назвать это традиционной пиццей. Критики уже говорят, что пицца из автомата повредит бизнесу обычных ресторанов, но пока клиентов у них не убавляется. Настоящую пиццу готовят в дровяной печи. У меня даже и мысли не мелькнуло есть пиццу из автомата. Я хотел бы увидеть качество ингредиентов в автомате. В пиццерии можно увидеть, какая еда и кто ее готовит. А что лежит в автомате, неизвестно. Я не стал бы покупать. Качество всегда будет под вопросом. В компании, установившей автомат, говорят, что не собираются конкурировать с традиционными пиццериями. Цель услуги – дать людям возможность быстро утолить голод.